31 августа прошел сбор первокурсников. Перед ребятами выступили преподаватели, представители правкома и администрации университета. Они дали студентам несколько советов для успешного обучения, а также объяснили основные правила поведения в вузе. Следите, пожалуйста, за аудиториями, не сорите. Очень много денег мы затрачиваем на то, чтобы поддерживать наш аудиторный фонд. На этом сборе первокурсники получили информацию, которая поможет им сделать первые шаги в новой студенческой жизни. Дорогие студенты Рязанского государственного радиотехнического университета, сердечно поздравляю вас от руководства университета, от себя лично, с наступающим новым учебным годом. Вы имеете возможность стать на крыло в своей профессиональной деятельности, обучаясь в радиоуниверситете. Я хотел бы отметить многовариантность решения этой задачи. Вы можете стать бакалавром и получить диплом бакалавра. Вы можете получить диплом специалиста. Вы можете по окончании этих процедур стать магистром, поступить в аспирантуру. Вы можете получить второе высшее образование, одновременно с первым практически. Вы можете по линии военной кафедры стать офицером запаса. А сейчас вновь поступающие студенты в нашу академию могут поступить в военно-учебный центр академии и стать кадровым офицером в вооруженных силах. Таких возможностей в ряде вузов Рязани и других вузах России подчас не представляется возможным иметь. Я хотел бы пожелать вам успеха в вашей учебе, здоровья вам, дружественного окружения в студенческой среде, а также в среде преподавателей и сотрудников университета. Всего вам хорошего. Традиции,
приумножать славу и беречь богатство университета. Употребить все знания и умения во благо своему Отечеству и всей Гвардии. Гвардия! 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 Я вручу вашим представителям ключ. Теперь вы стали полноправными хозяевами своего вуза. Относитесь к нашему имуществу и к своему университету бережно и аккуратно. Кто нас с собой сделал? Центральная лестница на второй этаж.